Всем привет! Я себе купил такие вот мини-круассанчики. Я на самом деле круассанами не очень увлекаюсь. У меня даже на канале всего, по-моему, одно видео или два про круассаны. Вот, я, ну, в принципе, не знаю, как-то их особо не покупаю, не ем. И вообще, самые популярные круассаны, наверное, о которых все слышали, это 7 Days. Но они мне не нравятся. Вот я пробовал 7 Days и Today. Вот Today очень вкусные. У них очень много начинки, она очень сочная, очень хорошая. А 7 Days там меньше начинки, они не такие вкусные. Вот. Так что вот из всех круассанов мне Today больше нравится. Вот. В принципе, я Today и 7 Days только пробовал. Вот. А сейчас у нас мини-круассаны. То есть я пробовал только обычные. Мини я еще не пробовал. И они называются... Вот. Мессаро. Вроде так правильно читается, да? Мессаро. С кремом какао. Вот. Опять же, я пробовал круассаны 7 Days с какао, с ванилью, с клубникой. В принципе, мне они не очень нравятся. Но из этих всех трех, по-моему, с какао самые вкусные. Today круассан я тоже пробовал с какао. Очень вкусные. Поэтому эти я тоже решил купить именно с какао. Потому что с какао мне больше всего нравится. Вот. Значит, тут у нас попробуй Италию на вкус. То есть мессаро это типа что-то итальянское, похоже. Вот. Такой вот пакетик такой симпатичный. Красный. Вот. С кремом какао они были красные. Видите, у меня даже, я специально, у меня, мы когда переехали на эту квартиру, у меня несколько футболок красных, несколько оранжевых, несколько белых, несколько синих. По-моему, какая-то футболка у меня одна только. Вот. И я каждый раз, я когда меняю футболку, я именно красную одеваю, потому что с тех пор, как мы переехали на эту квартиру, я снимаю тут видео, я все время одеваю красную футболку. Это как бы получилось у меня, как не знаю, как традиция, что ли, уже. И в данный момент очень подходит, потому что пачка красная такая, да, и футболка красная. Вот. Так что давайте сейчас мы ее распакуем. Тут вот она какая. Вот. Тут, кстати, мне вот интересно, тут что написано, тут в составе чего? Мини-круассан. А, это не по-русски, тут несколько разных языков. С этой стороны один язык, а вот с этой стороны уже другой. Мини-круассаны с кремом какао. Мука пшеничная, крем какао, сахар. Так. Вот, какао-порошок. Молоко сухое, обезжиренное. Так, ароматизаторы, идентичные натуральному. Но это вот не очень, конечно, хорошо, но... Вода, соль. Тут в составе просто дофига всего. Давайте я вам покажу. Если кому интересно, вот так вот. Вам, наверное, видно. Сейчас фокус настроится. Все, что тут в составе перечислено. Просто мне на дисплее не очень хорошо понятно, насколько вам хорошо видно именно текст. То есть картинка я вижу хорошая, да? Хотя, опять же, на YouTube может качество немножко смазываться, потому что YouTube качество ухудшает. Но я думаю, вам видно все, что тут написано в составе дофига всего. У меня все время спрашивают: «Толян, чего у тебя там все наставлено?» Это не я, это все мама ставит. Я никогда ничего не ставлю, мне пофигу, мне ничего не надо. Это все мама наставила. Ну чё, тут были голые стены. Приятно смотреть на голые стены, конечно же нет. А так хоть какое-то разнообразие. Вон там не валяшки, там Курт Кобейн. Тут, короче, всякие штучки стоят. Там, вот. Прикольно. Ну вот я отрезал. Они на самом деле больше, чем я ожидал. Ну, пока сложно сказать, но особый вкус такой есть. Давайте еще попробуем побольше. Видите, начинка там тоже. Внутри. Тоже практически только в середине.
В принципе, они сладкие. Ну, ну что, собственно, шоколад, да? Сладкие такие, но на самом деле вкус у них не очень приятный. Я бы сказал то, что это, ну, в принципе, практически как 7 Days. То есть такие же. То есть Today намного вкуснее. Today, кстати, я очень редко встречаю. Если вы увидите круассан Today, я думаю, вам понравится, обязательно купите. Не особо они мне понравились. По-моему, они такие же, как 7 Days. Такие же. То есть как-то не особо они. Ну, в принципе, конечно, просто так их есть, это не дело. Я вот сейчас вот налью кофе, 3 в одном, например, да, и буду их с кофе пить. Ну что так просто в сухую, да, без запивания. Ну они сами по себе не очень вкусные, поэтому просто так их есть, ничем не запивая, это фигня. Так вот будешь пить кофеек, будет приятно, хорошо, да, вот. А так просто их есть, не, они не вкусные. То есть, ну в принципе, ну они сладкие, да, потому что там какао, но сам вкус мне не нравится, не очень. Из 10 баллов я бы где-то, ну не знаю, может быть, балла 3 поставил бы. 3, не больше. Мне кажется даже, что 7 Days повкуснее будут, чем вот эти вот. Мессаро. Ну ладно, раз уж купил, буду есть, мамку угощу там. Может, кто еще заглянет ко мне в гости, попьем чайку. Вот. И тогда где-то 3 балла. 7 Days повкуснее, а Today это вообще вкуснятина. Так что это, к сожалению, не очень понравилось. Ну ладно, там что же поделать, ничего страшного. Будем на этом заканчивать. Вот. Слышите, как трещит это холодильник? Ну мы скоро будем новый холодильник покупать, так что это скоро выкинем. Вот. Так что всем пожелаю, если кто-то же будет что-то есть, там пить. Вот. Знаю, как говорится, мои видео, когда люди смотрят, они все время хотят что-то поесть, потому что, собственно, я еду показываю, да, напитки там попить. Вот, поэтому тоже вам приятного аппетита. Вот. Все-таки вот запах, вот, запах приятнее, чем вкус. Вот. Если бы их можно было просто нюхать, я бы их все время бы нюхал. Вы знаете, я люблю нюхать, потому что аромат, он как бы придает дополнительное впечатление. Вот любая еда, у нее есть свой вкус, да, вот, свой запах. Вот. Также, например, какая-то вещь, например, свежая, например, диск там с буклетом, там свежая печать, я люблю запах свежей печати. Или, например, напиток, когда его открываешь, тоже чувствуется вкус, запах свой. Вот. Поэтому, ой, запах правда классный. Знаете, вот, когда я вот работал поваром-кондитером, мы делали всякие пирожки, булочку, выпечку, и у нас все время стоял очень вкусный, очень приятный, хороший запах там. Вот ты как заходишь туда, в кондитерский цех, все. Этот запах потрясающий, вот. Вот у этих круассанов тоже запах хороший. Вот. То есть тут тесто хорошее. Само по себе тесто хорошее, вкусное. Ну, начинка не очень. Но для меня самое главное в круассанах, это чтобы было много начинки, и чтобы начинка была вкусная. В круассанах Today все классно, они вкусные. Но вот этих и в 7 Days не особо. Ну. Так что, вот. Всем еще раз приятного аппетита, всего хорошего. И до встречи в следующих видео. Пока.